Друзья, всем привет! Новое видео на канале. Летим в Trian. У нас новое соревнование, девчонки уже там. Лечу к ним. В аэропорту какая-то стена непонятная, с непонятными подделками. И тут такой есть Nokia телефон еще. Вот они! Дусь, куда мы едем? Trian International Equestrian Center. Как долго наверх от аэропорта? Час. 40 миль. 40 миль. Ну, час ехать. Короче, едем, наблюдаем и любуемся красотами штата Норт Каролайна. International Trian. Да. Сразу едем за гольф-машинкой. Потому что здесь передвигаться только на гольф-машинке, девочки говорят. Итак, мы приехали. Ключ вот. Мы приехали забирать нашу машинку. Садимся, поехали. Жизнь спортсменов, вот она какая. А вот наш дом. Ну, идемте смотреть, что у нас за дом. Ну, идемте знакомиться с нами. Вообще в этом центре бывает очень много знаменитостей. Вот, кстати, один из них. Знакомьтесь или знакомы. Едем смотреть, где Дейзи. Вы вообще знакомиться. Ребят, где наша Дейзи? О, наша Дейзи здесь. Дейзи, привет. Да, Родео здесь будет, ничего себе. Выступают какие-то люди, фестивали. Для детей в субботу вечером здесь вообще красота. А по вечерам у детей тут своя игра. У Николь-то точно. Молодец. Так, ну что, давайте смотреть, где будем выступать. Вот такие арены. Офигеть. Все. В общем, смотрите, сколько рингов для выступления. Их тут просто непонятное количество. И, кстати, во сколько раз обещают увеличить эту территорию? В три? В ближайшие несколько лет обещают вот это все увеличить еще в три раза. Вот такой вот будет эквестриан центр для подготовки, для соревнований, для чемпионатов и так далее. Вот здесь у нас в субботу будет гран-при. Ух ты. Большой ринг, красивый, красивые места, балкончики, ну, короче, реально класс. Получается, здесь все тренируются, и вот сюда проходят, заходят и тут выступают. А вот здесь, ребят, смотрите, вот эта вот улочка вся с семейными домиками, это все магазины. В общем, вот так вот прошел мой первый день здесь с семьей. Ну а завтра начинаются соревнования. В общем, погнали. Смотреть, что там у нас будет сегодня. Такой интересный день. И начинается уже нормальное соревнование. Сегодня за рулем будет Николь.
Ну что, потихонечку поедет. Не кусь. Мама сзади. Идем на ринг. Тренировочки. А тут у нас пешеходный переход для лошадей. Дорогу видите, как переходить надо? А? Чувак помогает. Дейзи, давай, 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 давай. Тренировались, едем распрягаться, и у нас целый день, короче, побродить, посмотреть, что у нас здесь есть, да и посмотреть за выступлением, потому что мы выступаем завтра. Погулять и нашли вот такую собачку. Корги. Ну что, покупаем ее тоже? Все поспали, подкрепились и знаете, что приехали? Смотреть, как будут выглядеть ринги. Завтра у нас на соревнования. Зашли в такой магазинчик, короче, просто космический. Красота. Такие вещи. $7,650. Кстати, Кирилл, это тебе, имею в виду. Вот что делает из бронзы. Цена. Пошел маленький дождик, и сразу все соревнования прекратились. А прекратили, знаете почему? Люся, почему бы соревнования прекратили? Приехала команда, и девочка упала, да, получила серьезную травму, потому что гром был сильный. Ну вот это так. На пару миллионов попали и больше не выступают. Да-да. Под дождем. Все, у нас новый день. Кстати, классная погода. И едем, знаете, куда? Все, у нас соревнования. Ну идемте смотреть нашу красавицу. Что там? Выпачкалась или нет? Привет. Лошадку посмотрели, едем дальше. Ринги проверять. В общем, соревнования принесли на 2 часа. Можно еще это. По магазинчикам пошляться. Идемте смотреть, что это за Unique Boutique. Это рай. Фермы, все что угодно из животных можно покупать, собирать. Вон рубанки, народ, $565 рубанок. Никто не хочет? Как идеи для столиков. Смотрите, столик номер 35, $450. О. Все, выглянуло солнышко, несемся дальше. Все, Николь там уже с тренером, интересно, что они там решают. Ну короче, о чем-то они там говорят, осматривают ринг. Начало очень скоро. Нам делают поле, Николь уже с тренером наблюдает. Короче, в ответственный момент Дейзи опять сбросил Николь. Ну, короче, как есть. Обидно, досадно, ну ладно. Так характер закаляется. Николь, никак иначе. Не бывает побед без поражений, по мне. Все равно ты для нас самый лучший победитель, да? Побила лодок сильно? Да. Чуть-чуть? Да. Ну, бывает. Но зато у нас сегодня бесплатное мороженое, да? Всем детям. Поэтому идемте кушать мороженое. Бери любой флэвер.
Yellow, ну я не знаю, есть вот манго, есть strawberry, зеленый, это сиропчики на лёде. Мама уже говорит, давай не будем прыгать, давай просто будем бегать на лошадке. Ну, есть такие соревнования. Николь говорит, нет, будем прыгать. Но папин характер. Да, иногда здесь выступают вот такие маленькие лошадки. Да? Какой пони. Ленточки получать уже приятно. Довольная, как сказал, второе место. Куси второе, четвертое и пятое. Ну, это радует. После соревнования у нас банная процедура. Дождик закончился. Девчонки спят, а я, знаете, куда собираюсь? А я собираюсь за молочком на утро. На гран-при столько народа, что просто пипец. Дети кайфуют. Родители так же. Ладно, идемте в магазин. Как ни странно, среди этого всего вина и всего остального есть молоко. Вот, немного, но есть. Для детей веселье. Вау. Представляете, в такую деревню Норт Каролайна прилетают даже шейхи, знаменитости, проводятся мировые соревнования. Витки из деревни. Всем доброе утро. Нам сегодня 10 лет. Николь Happy Birthday. И у нас 6. Мы проснулись и уже собираемся на соревнования. Все, мы в своей стихии. Девчонки меня возят. Машину кидаем здесь. Ники поехала разворачиваться. Счастье зато. Сама ездит. Мейкапы делают. Как девчонки красятся, так и лошадок красят, чтоб блестели. Как вам количество участников, ребят? А? Ну вот так вот, приходится сражаться. Выступление в трайн у нас закончено. Еще не знаем одно место, которое мы заняли в последнем дивизионе, но об этом узнаем немножко позже. Сейчас еду, запаркую машину, девчонки меня забирают, так как у Николь день рождения, идем покупать какие-то подарки, ну, короче, что-то такое. А он черепашка. Ха, блин, чуть не наехал, сейчас покажу. Смотрите, какие здесь черепашки. Ой, красавица вообще. Фотографии начались. Еще у нас не все ленточки, но уже смотрите сколько. Да, с ленточками. Еще. Довольно как слоник. А обед знаете где у нас? В ресторанчике. Не кусок? Да. Happy birthday еще раз. Happy birthday to you. Довольно едем назад. У нас сегодня 2 четвертых места. Все, все уже разъезжаются. Мы сами едем сдавать уже гольф-кар.
Вот ты вот на таких каневозах привозишь лошадей. 53-ка. Сколько интересно здесь лошадей. Смотришь, так все разъезжаются, смотришь, как ты грустно. Я сейчас думаю, вот мне интересно, уехали и все закончилось, то есть как буду следующего года ждать. Нет, следующая неделя у них, знаете, что здесь? Родео. Да и что там будет за родео? А, коров гонять там, да, ловить там, все такое, бычков там, ну, прикольно, здесь работа не прекращается. Все, приехали в ресторан, последний наш ужин здесь на сегодня, ну, точнее, в этот раз. Передачу собрали всю команду. У Николь день рождения, отметим день рождения с командой. Italian cousin. Николь. Это тоже день. Что у нас тут? Best day, yo.